Привет, мои друзья, мои подписчики. Сейчас я нахожусь возле большого завода Россельмаш. Сделаю небольшой обзорчик. Прогуляюсь, посмотрю, что тут и как тут. Вот. Что изменилось. Ну и пройдемся по старым местам. Помним, как говорится, наше прошлое. Поехали! Сегодня ветерочек встречный, причем. Вот какой интересный памятник стоит. Женщина, тут трудовой класс с ключом. Да, память какая. Трудовики производства. Это, я так понимаю, наверное, административное здание Россельмаша. Такие колонны Россельмаш. Такое все большое, массивное. Прикольно. Еще знаки стоят. Ленин, СССР. Прикольно. Вот такая вот арка. Колонны такие высокие. Масштабно, масштабно. На той стороне остановка, конечная. Большое, большое здание, я бы сказала, вернее всего, его колонны впечатляют. Так, ну это, я так понимаю, главная проходная. Если не ошибаюсь, она раньше была в другом месте, теперь тут. О, и тут стоит памятник трудовому народному классу. Как в прошлое попадаешь. Надо жить. Россельмаш, проходная. Ну, идем дальше. Пешеходный переход. Даже не знаю, был он тут раньше или нет. Сегодня попрохладней. Так сильно жарко после дождей. Тут въезд какой-то.
везде въезды, везде пункты стоят КПП. Улица Минжинского. Так. И пойдем мы сейчас прямо. Тут шумно. Много грузовиков, машины ездят, поэтому шума будет много. В том краю я уже давно не была. И сейчас я туда пройдусь. В прошлый раз я на той стороне гуляла. Теперь на эту сторону перебралась. Сейчас по этой стороне погуляем. Какое большое здание. Что тут находится, даже не знаю. Везде кондиционеры. Надо же. Все охлаждаются. О, интересно, он так встал, что тут и не проехать. Территория большая очень у Сельмаша. Длинный такой заборчик. Вот баннер стоит. Такой большой, тяжелый. Рекламы нет. По-видимому, не актуально. Идем дальше. Какая машинка красивая. Старенький оранжевый тягач. Прикольная. Это да, это старенький американец. Красиво так, такая фотка прикольная, красивая. Наши бескрайние поля. Да, шум, конечно, от машин стоит. Тут всегда было оживленно.
Так, ну это мы вышли в другую часть Сельмаша. Я про него мало знаю, конечно. Основан в 1929 году. Вот. Так, хочу я поближе подойти. Тут лужа, грязь. Подойти особо негде. Вот, нашли. Вот. Хочу сюда поближе. Вот. Сколько у нас техники здесь делают. Ну, хочу сказать, посимпатичней. Такие тракторчики классные. Мне вон те значки нравятся. Они очень сильно напоминают прошлое страны. Вообще, это уже реалитет такой найти. Прикольно. Октябрьская революция, Ленин, СССР. Интересно. Классно. Так. Надо выходить отсюда. Аккуратненько. Машин много стоит. Так, хочу отойти подальше, чтобы вывеску подснять лучше. Угу. Тут лужицы после дождика. Ну вот. Здесь раньше была конечная. Троллейбусы были, я помню. Разворачивались, а много здесь транспорта было. Сейчас уже нету. Вот он, Россельмаш. Тут уже такая поболя вывеска. Сколько тут народа работало. Кто-то наверняка и из вас тут работал или работает. Зарабатывай вместе с нами. Ученик электросварщика. Объявление электронное. Часики прикольные. Красиво. Та башенка. Помню, помню. Этого всего не было. Столько троллейбусов было. Еще столбы железные пооставались, от них шли линии для троллейбусов. Ну вот он, в принципе, Сельмаш. Идем дальше. Вот в этом маленьком здании, вот этот маленький домичек, тут была диспетчерская, если я не ошибаюсь. Ну, кто помнит, поправят меня, подскажут. По-моему, да, здесь была диспетчерская для транспорта. Так, идем дальше. Так вплотную понаставили, что пройти тут как-то не очень. Тут повыше, обзор получше получается, видно хорошо.
вот так вымыло, вымывает дождик дорожку. Заправка. Да, въездов тут много.